Вот такие удивительные вещи можно обнаружить на самом берегу Ионического моря. Если я посмотрю направо, вот прямо за стоянкой видно, что там есть катеры. Вот катеры. А мы стоим здесь на берегу. И сейчас рыбаки, которые только что пришли из моря, чистят для нас устриц, креветок, мидии. Это все прям вот так вот достается. Разумеется, все в сыром виде, разумеется, все еще живое, потому что такие вещи поедаются только живыми. Может быть, это выглядит несколько неприглядно, но на вкус мы ели эти вещи в Барселоне и пришли в полный восторг. Поэтому, когда мы ехали сюда, в Галлиполи, в Италию, мы уже знали, что мы точно их найдем, придем и съедим. Все это подается прямо на берегу. Рыбаки чистят, готовят. Просто нужно заказать количество, что вы будете кушать. Устрицы, мидии, креветки, лангусты, то, что можно есть сырыми. Рыбаки берут, разделывают, накрывают вот такую вот большую, это называется гранде пиатто. Приносят белое сухое вино, обильно смачивают все это лимонным соком. Здесь изготовлены лимоны, уходят просто килограммами и мешками. Время вечер, и перед ужином мы решили сделать такой небольшой десерт из гадов морских. Сейчас нам принесут белого сухого вина, поскольку это потребляется именно с белым сухим вином, либо шампанским. Но шампанское ждет нас дома в холодильнике, мы его употребим чуть позже. А здесь, на берегу, мы будем поглощать дары чистейшего Ионического моря.